Здравствуйте, дорогие крестные Егор Дмитриевич, тетя Мария Михайловна, Нюра и мои братья. Поздравляю вас, мои дорогие, с днем великого торжества, с днем победы, с днем окончания войны. Ведь 4 долгих тяжелых года ждали мы этого дня. Мечту о победе, мечту об окончаниях войны, мечту о возвращениях к своим близким и родным людям мы лелеем в сырых землянках и холодных блиндажах, в тяжелых боях и сражениях. И вот он, этот день, сегодня пришел. Благословенный день торжества. Первое наше слово поздравления, привета и благодарности мы посылаем сегодня великому, гениальному полководцу, товарищу Сталину. Его полководческий гений привел нас к победе. Да, дорогие, мы дождались этого дня победы. Но многих из наших соратников, близких, родных нет сегодня с нами. Они не дожили до светлого дня победы. Но мы помним о них и помянем их добрым солдатским словом. Наших дорогих боевых друзей, близких, родных, принявших смерть во имя нашей Родины. Сегодня мы далеко от вас, но мы представляем, какое торжество у нашего народа в родной стране. Настал тот великий час победы над фашистским зверем, принесшим столько горя и лишения нам. Совершилось то, что так долго ждали. Теперь будем ждать возвращения на Родину к своим близким, дорогим людям и семьям, и этот день придет. Дорогой крестный, на ваше письмо я послал ответ. Довольно подробно описал пройденный путь за примерно 20 лет. Прошу вас, пишите, как вы живете, как здоровье. Пишите обо всем. Жду с нетерпением от вас писем. Хочется подробнее узнать о своих родственниках. Мое самочувствие пока хорошее. Получаю письма от папы. Он пока жив. Послал ему 2 посылочки. До свидания, дорогие. С приветом и уважением к вам. Ваш Василий.